Друзья, сегодня я предлагаю вам приготовить рецепт замечательной курицы. И я буду готовить эту курицу на гриле. Но если у вас нет такой грили, вы можете приготовить такую курицу в духовке. Для этого нам понадобится. Несколько часов, теперь самое время, как говорится, разжигать гриль. Включаем ее и теперь мы нажимаем ОК. Я прочитала в инструкции, что разогреваться она будет примерно 5 минут нагреваться, и во время разогревки нельзя как бы начинать уже жарить мясо, ее нужно, чтобы гриль разогрелась, и разогреваться она будет до того момента, пока мигает фиолетовая лампочка. Поэтому ждем. Как только будет готово, грильница издает звук. Грильница пропищала. Странно, что на камере не видно, что сейчас уже не мигает и стал просто фиолетовый. На камеру почему-то смотрится как чисто белый цвет. Интересно, не знаю почему. На камеру выглядит по-другому. Но теперь самое время открывать крышку и можно начинать жарить курицу. Так, открываем и добавляем курочку, которая уже... просто просится на гриль, просто просится. Ох, обожаю запах. Скорее всего, наверное, все не поместится, но здесь 4 кусочка. Пока, ну да, не поместится. Сделаем 2. Закрываем крышку. Сок уже бежит, запахи уже пошли. И нажимаем на ОК. И сейчас тоже будет меняться цвет. Сейчас синий цвет, это уже начинается готовка. Когда перейдет на рейер, будет снова сигнал и поменяется цвет. Мы будем показывать, как будет меняться цвет. К сожалению, как будет меняться сигнал, конечно же, мы не сможем это записывать, так как, ну, я не думаю, кому-то это будет очень интересно долго сидеть и наблюдать за переменой цветов. Поэтому будем ждать, когда будет сигнал и перемена цвета. Только что был сигнал. Это говорит о том, что сейчас уже курица, как сказать, полусырая, и уже началась готовка, чтобы она была, ну, как сказать, полуготовая. Очень трудно подобрать слова, если они написаны на английском. Когда перейдет с этого режима и будет должна переходить будет на этот режим, на well done, полностью готовая, тогда будет снова сигнал. Вам сейчас не видно, но я не знаю, почему, опять же, на камеру виден... как белая лампочка, вообще на самом деле она желтая. Это говорит о том, что сейчас идет готовка, чтобы курица была внутри немножечко сырая, а снаружи уже была полностью готовая. Прозвучал очередной сигнал, который говорит о том, что сейчас уже курица начинает жариться для того, чтобы быть уже полностью прожаренной. Цвет поменялся. Вот здесь на камере у меня белая лампочка, но вы можете видеть по краю, красный цвет, это говорит о том, что курица сейчас дожаривается до полной готовки. Слышали? Грильница подала сигнал. Да слышим, мы тебя слышим, что все, курица готова. Дима, пойдем, мне нужна твоя помощь. Дима сейчас будет открывать грильницу. И будем закладывать вторую партию. Сюда иди, на эту сторону. Пахнет вкусно.
Вон с той стороны эти щипчики. Бери. Да. В общей сложности курица жарилась примерно 10 минут. Эти два кусочка. Получается, еще два кусочка будут жариться еще 10 минут. Чтобы вы понимали, что на эту грильницу вмещаются вот такие два больших куска. Ну, в принципе, это большие куски получились. Ну, не пищи. Слышим. Так, теперь нужно закрыть ее и снова поставить на разогрев. Так, и нажимаем ОК. Ну что, посмотрим по ходу в разрезе, какая получилась. Все, оно начинает разогреваться. А Дима тем временем сейчас разрежет эти кусочки и покажет вам, какие они в разрезе. Я не знаю, как долго будет второй раз разогреваться. Возможно, также 5 минут. Посмотрим. Где потолще. Так, я аж прям волнуюсь, у меня сердце дрожит. Режется хорошо? Мягко так и идет. Смотрите. Прожарилось. И сок. Видно, что сок. У меня слюни бегут на самом деле. Вот, серединки-то не то, что там с краешку мы разрезали. Да. Серединка. Попробуй. Подожди. Давай. Жарим первый раз. Мы не знаем ни вкус, ни как прожарится. Мы ничего не знаем. Мы жарим первый раз. Ого, ты ее. Я ж прям слюнями это. Прожарилась? Горячая, я знаю. Да, но не забывайте, что вкус на сковородке и на гриле. И в духовке. И в духовке тоже, да. Они отличаются немножко. Сначала похоже, что как будто недопечено немножко. А, да? Да, как будто. Но тает во рту. Да? Ну да. Все. Жарим очень сыр. Вкусно. Ни жирности никакой нету. Ну, понятное дело, все вытекает, ну, правда, вот сюда. Да. Правда, вот непривычно, что дымка нету. Все вытекает сюда. Вот. Так, Дима, не прилагай, сейчас будем кушать. Ну, я думал, что еще. Надо второй протестировать кусочек. Он там точно такой еще. Зачем его тестировать второй? Ну, как? Что-то он плохо режется. Плохо он режется. Что-то. Может, попробовать его. Это нож просто не острый. Так. Ну что? Вот его. Горячий. Вот такой кусочек. Угу. Кусается хорошо? Горячий. Да? Кусается хорошо, но может, она всегда только сковородки такая, что вот как сказать, мокренькая, сочная сильно. Сочная, ну да, она они так и говорят. Сочная. О, все, уже пищит, надо закладывать вторую партию. Ну что, вот наша грильница снова пропищала, это говорит о том, что и вторая партия мяса уже тоже готова. Сейчас мы будем открывать, наверное, уже можно выключать. Открываем. Смотрите, какая красота. Красивая, зажаристая. И самое главное, что весь сок сбежал сюда. Посмотрите, сколько его много, да? Ни капли жира я не добавляла, получается. Ну, только что в масле замариновалось, и все. И это весь жир, ну, который, в принципе, сюда истек вместе со всем жиром с курицы. Так, сейчас мы будем доставать вторую партию и кушать. И получается, за полчаса я пожарила вот такие 4 большие куска мяса. Я думаю, что это намного быстрее, чем если бы вы жарили в духовке. Самое главное, что это тоже очень вкусно. Я попробовала. На самом деле это очень вкусно. И внутри она, как сказать, такая сочная. Прям чувствуется сок, но и в то же время она прожаренная. Вот что самое интересное. Очень вкусно эта курица будет с рисом. И, конечно же, нужны какие-то овощи. Например, авокадо и огурчики. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Присоединяйтесь к нашему каналу, готовьте вместе с нами, и вы будете. И вы научитесь готовить такую же вкусноту, как научились готовить ее мы. Всем спасибо за просмотр, всем пока.